Caramoto sa Mabuhay. Patay din ng grupo. Нашей крыльей в сторону раскрывается. И выше поднимаем линии. Стоп фонограмма.
сезон, праздник, весело, люди отдыхают, все душевные. Очень рекомендую. Мне очень, честно говоря, чувство патриотизма сюда подтянуло. Да. Только из-за того, что мы, да, одного народа. Ну, нам поставили теперь всякие другие названия. Но мы опять-таки вместе. Спасибо большое за подарок. Я очень рад. Приезжайте в гости, всегда буду рад. А только еще номер телефона дал. Я сам работаю с тренером, с преподавателем. И организовываю такие мероприятия тоже. Сейчас я хочу тебе несколько слов сказать об этом нашем старинном музыкальном инструменте. Это старинный музыкальный инструмент. Называется агач-крус. Ты, наверное, это знаешь. У нас, у наших кумыков надо было джигиту, каждому джигиту иметь коня и агач-крус. И еще такое поверье. Когда лекар не мог излечить какую-то болезнь, к этому человеку, неизлечимому человеку, везли самого известного гимназиста. И он играл, и говорят, что человек устанавливал. Это имело значение. Конь и агач-крус. Вот эти три вещи было у каждого кумыка. Я хочу сказать, что мы, если вас хотим историю, мы должны знать историю даже. И вообще, агач-крус идет от греческих скифов. От греческих скифов в нашем городе, как далеко. Арфа греческая, говорят, на все другие. Даже похоже где-то, да, на лето. Вот я хочу, поэтому я это даю тебе и рассказываю историю агач-крус. Спасибо большое. Я думаю, ты этого не знал. Нет, я не знал, для меня это было. Вот спасибо это большое. Хорошо. Ребят, 2000, которого сегодня мы отмечаем, это один из древнейших городов мира, не только России. И его историю, его культуру, его древнюю историю нельзя замкнуть в рамках какого-то одного государства. Вот если нашу российскую историю взять, то получается, что древнее на территории России, современной территории России, древнее Дербента города нет. Мы же знаем, Москва отмечает там 800 с чем-то лет, Казань отметил 1000 лет. Стало быть, вот наш город, наш Дербент, это самый древний город на территории Евразии. Вот такой праздник сегодня. Конечно, мы все, как жители республики, как патриоты Дагестана, как патриоты Дербента, независимо от того, что мы здесь живем или не живем, мы являемся патриотами своей истории, своего языка, своей культуры. Мы любим свой язык, свою историю, свою культуру. Мы любим наш Дербент. Это Дербент наш, не какого-то одного народа. У всех народов, которые в разные времена жили на территории всех многих различных государств. Сегодня большой праздник. Когда разве сегодня не принято говорить о каких-то там недостатках организации этого мероприятия, я тоже не буду говорить тут много недостатков. Мы же сейчас для этого здесь собрались, чтобы замечательно. Вот когда будем подводить итоги, там мы скажем. Я вот как представитель газеты «Юлдаш» тоже, вот здесь нас 5 человек, представители этой газеты, мы, конечно, подробный репортаж этого мероприятия дадим и отметим там, что хорошо, что плохо. Хорошо, что это праздник есть у нас. За 2000-летия первый раз такой праздник. Всех поздравляю с этим праздником. Спасибо. Следующий, когда спасибо. Будет 3000 лет отмечать, праздник начнется в ныне живущем отмечать 3000-летие, поэтому мы должны радоваться, что были свидетелями этого праздника. Сколько майданов? 13 майданов по национальному, да, по Дагестану. Очень прекрасно. Хоть увидели, познакомились. Я хоть жил в Махачкале, там хоть увидел кумыков. Давно не видел наших братьев, тюрков. И вдруг от тех кумыков. У меня один друг хороший из Хасавюрта, а то там Башкар. С ним общаемся. И вдруг целая делегация кумыков. Приятно, очень приятно. Все хорошо, красиво. Все нормально, замечательно. Saat hali bizim maydanda Nogay qızardaşımız Cemnat Umarovna bizim maydanda kutlama gelgen. Kutlama gelgen Derbentni Ekim yıllığından. O hepsi erken bar Dağıstan halka men yaxşılıq nasip yorayman. Sağ ol. Dağıstan. Arıq. Hali esmi gelip aytağanım. Da. Bu bayramına, bayramına. Ne abi şu, şu anda göre suçu. Bugün
Kimden sonrası görevsizdir mi? Kürsetim siz. O Muhammed Avabi Aktaşlı Endireli. Endireli kimekenli Muhammed Avabi Aktaşlı kimekenli biz barımızda biliriz. O Derbent Ameni yazgan alim, tarihçimiz, tarihçimiz 16. yüzyılın altında. Bu Derbent'in 2000 yıllığına her halk, her şehir, ne bileyim, savaklar etken, ete gelgen. Buna etik kura, birileri konsept getirgen, birileri ne bileyim, özgü savaklar getirgen. Biz kumuklar şu bayramla kitap çıkardık. Derbent Ameni 3 dille, kumuk, İngiliz, Rusça dillerde. Şu kitap buna bugünlerde çıkan onu. Dağistan'da yeni kitap çağıran kitabına çağıran Umar Hacı. Şöyle bir ulu ahvalat bizim için. Aytağanı kumutlar şu bayramını, Derbent'ini, Ekim'in yıllığın şok uyudu de kutladı de bayması yeni. Mutlu olsun bayram. Замечательный праздник. Спасибо, что организовали, собрали здесь всех гостей. Организация замечательная. Спасибо вам. За очень хороший праздник. Вообще, 2000 лет Дербент – это самый старый и самый южный город нашей страны. Такие праздники надо отмечать намного чаще. И вот именно такой праздник в Дербенте нужно проводить каждый год, чтобы люди сюда приезжали и развивался туризм в нашей стране и в нашем регионе. Вот, я хочу поздравить Дербента вот с этим праздником, с этим юбилеем и пожелать городу, чтобы он дальше рос, развивался и становился все красивее. Спасибо. Байрам хайрлы булсын. Аллахума амин. Эльдар Адильшинов. Один из самых проектных, креативных людей, которые отмечают и поддерживают самые замечательные проекты. Я думаю, очень много гостей. В Дербенте такого, по-моему, еще не было. Я здесь бываю как гость, и вот я в первый раз вижу в Дербенте столько людей. Для меня Дербент это всегда был таким спокойным, таким уютным городком, а сейчас я вижу, что есть очень много людей, и я думаю, что нужно работать над тем, чтобы такой поток, как туристический центр, он развивался, и такой поток был не удивлением для многих. Что могу сказать? Ну, как вы видите, вот, Кумыкский Майдан, и он показывает, что, начиная от обычных бытовых вещей, заканчивая орудиями, которые, по-моему, делались здесь же, в этих же местах. Да, то есть все, что вот вы видите, это испокон веков, здесь сделали люди сами. Они их не покупали, не заказывали ниоткуда. То есть это все народный промысел. И это все есть в Дагестане, и пусть люди приезжают и смотрят на это. Спасибо, Эльдар.